Здарова, мои шалуны. Примерно 7 лет своей жизни я уделил игре Perfect в рот. И в целях поддержания старой аудитории канала и ностальгии сделал данный обзор. Приятного просмотра. Вот, потому что Ревизарио, который человек, блядь, там как его, я хуй знает, там страж, плюс 12, не может убить, блядь, булик. Начнем с того, что если ты смотришь это видео, то тебе наверняка ближе к тридцатнику. И в ПВ ты начинал играть, будучи школьником. Первые полюции на трусиках, первые прыщи на жопе и любимая ПВ после школы. Если есть пробитый ебаш, лайк не глядя, а если нет, слушай дальше. Ты сам прекрасно в курсе, что спустя столько времени вышли игры гораздо лучше ПВ. Но тебя в ней держит только тот факт, что ты угробил в нее слишком много времени и денег, чтобы просто так свапнуть проект. И поэтому ты наивно продолжаешь сидеть в этой донатной помойке, ведь разработчики, лет так 10 назад, пообещали завести оптимизацию в игру. Твои ровесники уже давно обзавелись семьями, и у кого-то уже даже водятся дети, которые учатся в школе. В противовес ты можешь козырнуть своим персом, в которого ты ежемесячно вливаешь часть зарплаты, но всем похуй. Инфляция в игре настолько сильна, что забросив игру на год, твой мега крутой персонаж не будет стоить и 30 тысяч. Но ты потерпи, я еще не закончил. Какое бы мощное железо не было у тебя на компе, ты хуй вывезешь какой-либо массовый замес или ивент хотя бы на 60 FPS. Ибо, как и говорил, оптимизации в игре нет и не будет. Постоянный донат от Сетмыла заставляют тебя участвовать в гонке, ведь ты не лох, и пару косариков на любимую игру найти можно. Но при этом ты никогда не признаешь, что ты заносил в проект бабки. Ведь бегать в финальном шмоте расточенным на плюс 12 и говорить, что ты фри-ту-плей, это же так правдоподобно. За место этого ты пиздоболишь, мол, очередной гуру внутреннего рынка или знаешь комбинации на заточку. А все остальные игроки тебе завидуют. Ну или ты остался все тем же задротиком, который заходит в игру как на работу и крабит по 5 часов в день. Тут уже сам выберешь, что тебе ближе. Под конец стоит отдать разработчикам должное. Они по старой накатанной схеме ежегодно открывают серверы для новых игроков, зазывая в проект рекламы, которая трубит отовсюду. Но спустя какое-то время новые серверы объединяются со старыми, и новые игроки охуевают от дисбаланса. Но на них похуй, главное — это угодить донатным мешкам. На этом все. Не забывай выполнять ритуалы Ютуба, а также писать комментарии. Бонусом у меня также имеется телеграм-канал с обзором игровых новинок и дискорд. Все ссылки в описании под видео. Спасибо за внимание, я кончил.